Дорогие братья и сестры, Церковь Божья, благословенные, возлюбленные, искупленные, прощенные, омытые, если это про тебя, дай знать всему миру, расскажи о том, что Бог сделал для тебя. А мы снова здесь, чтобы славить нашего Господа, потому что Он один, кто достоин, Он один, кто это сделал в нас. И сегодня у нас немножечко необычное, потому что у нас замечательные, дорогие гости, которые приехали к нам из Белоруссии, и они будут славить Господа вместе с нами, мы вместе с ними. Это будут новые песни, но открой свое сердце, они простые, они русские, они славянские, поэтому они легко, их легко петь, их легко славить и поклоняться Господу с этими песнями. И поэтому давайте мы помолимся и будем славить нашего Господа. Спасибо Тебе, наш Бог, за это время. Благодарим Тебя за то, что мы можем служить Тебе, Господь, славить Тебя и поклоняться Тебе. Ты наш Бог, и Ты достоин всей славы. И мы благодарим Тебя за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу представить Вадима Итковского, который будет вести нас в прославление. Давайте мы поприветствуем человека Божьего. Шалом, мои друзья, приветствую вас любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, который жив и который довел нас до места сего. Я радуюсь того, что в нашей семье пополнение. Поприветствуйте наших молодых левитов. Желаю вам в это утро, возлюбленные, чтобы вера ваша умножалась и чтобы вера ваша стала делом веры в каждой семье. Так как Бог дал нам это делать, да будет это в каждом из вас. Ибо это желание Божье, чтобы каждый из нас, то есть я и дом мой весь, служил кому? Господу Иисусу Христу. Поэтому будем славить Его и поклоняться Ему, возлюбленные. Я хочу прочитать буквально один стишок из 106-го псалма. Давайте мы его, первый стих. Там написаны такие слова. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Мы должны благодарить Бога, потому что Он всегда благ нам. Аминь. Потому что Он всегда благословляет нашу жизнь. И потому что Он милует нас. Возлюбленные, мы дети Божьи сегодня, да? Аминь. И если мы дети, то мы должны быть похожи на нашего Отца. И на Господа Иисуса Христа. То есть быть благословением для всех. Вы знаете, Бог нам дал записать новые песни, хвалы, поклонения. Уверен, что будет благословенное время, потому что это семя, которое Господь опускает для своей церкви. И вы знаете, Писание говорит о том, чтобы мы благословляли Израиля, благословляли евреев, и это будет вторая песня в поклонении, в прославлении нашего Господа. И очень важно согласиться, потому что Иисус сказал, если двое или трое согласятся о чем-то просить на земле во имя Мое, то будет им. Аминь, возлюбленные. Вы молитесь за Израиль? Вы благословляете Иерусалим. И мы сегодня будем во второй песне. Очень важно, чтобы мы это сделали от всего сердца. Не просто потому, что мы это сказали, а чтобы мы благословили Израиль. Потому что, знаете, Бог до времени отломил эту веточку Израиля от главной лозы. Вы знаете об этом, да? Чтобы привить каждого из нас. И я уверен, что мы должны молиться за Израиль, чтобы эта ветвь опять была привита. То есть она была, вернее, вернулась на свою лозу, чтобы они были спасены, возлюблены. Поэтому мы это сделаем во имя Господа Иисуса Христа. И сегодня благословение Господне через Церковь Нового Завета в городе Перми. Благодать Иисуса Христа сегодня пойдет на Израиль и достигнет, и благословит народ Божий. А благословение Господне умножится на нас с вами. Аминь, возлюбленные. Я вас благословляю на это. Будем славить Его, ибо Он, ибо вовек. Давайте великую славу и благодарность воздадим нашему Господу. Да будет Он превознесен, да будет Он един и прославлен сегодня. Во имя Иисуса Христа. Славь Его, душа. Отец, мы благодарны Тебе за Сына Твоего. И Иисуса Христа, который умер за наши грехи, который воскрес для нашего оправдания.
И в это утро мы простираем наши сердца и наши души к Тебе, Святый. И мы молимся, наполни нас, Дух Святой. Мы молимся, соедини нас во Христе. И пусть эта хвала, Господи, несется утренней жертвой к престолу милости и благодати во имя Иисуса Христа. Воскреши, Господь наш превознесен. Тебя, Отец.
славу и честь, святы Его. Господи, благодарим Тебя и благословляем сегодня по слову Твоему Израиля. Молимся за Иерусалим, молимся о мире для Иерусалима. Пусть Твой великий мир, Твой шалом опустится на Израиль. Благослови, душа моя. Иерусалим, Иерусалим, мира я тебе желаю, Иерусалим. Славим Тебя, Господь, за то, что Ты сделал нас благословением для всех народов. Боже, я молю, чтобы Твоя благодать сегодня умножилась на нас, и чтобы эта радость в Духе Святом, она наполнила Твою церковь, потому что Ты победил, и Ты дал эту победу каждому из нас, и мы радуемся и будем торжествовать, и ликовать в присутствии, Царь наш. Благослови нас, наполни нас еще больше, и да будет переливаться свежим помазанием от Тебя во имя Иисуса Христа. Благословен Господь мой, избавивший меня и подаривший мне спасение свое. Благословен Господь мой, Тебя прославлю я и вознесу хвалу Тебе я всей душой. Благословен Господь мой, избавивший меня.
Благодарим Тебя за силу в имени Иисуса Христа, за власть, которую Ты даровал каждому из нас. Господи, и в это утро мы провозглашаем Твое царство и Твое владычество. Не только в этом городе, Господи, но по всему лицу земли. Мы провозглашаем, Иисус Христос, что Ты есть Господь, и нет другого, кроме Тебя единого. Прими хвалу нашу и поклонение сердец наших. Не плоть и кровь открыли мне Христа, но Дух Святой привел меня к подножию Голгофского креста, где Иисус простил и спас меня. Простил мои грехи и спас меня. Славлю Тебя, мой Спаситель, благодарю всемогущий. Ты мой Господь, Бог единый, несущий. Славлю Тебя я всем сердцем, перед богами пою я. Дух мой спасенный поет, аллилуйя. Ты Бог богов, Ты царь за Иисус, Тебе я всей душой моей стремлюсь. Ты жизнь, Ты свет, Ты истина и путь. Не дай мне своего пути свернуть. Благодарим Тебя за спасение и за жизнь вечную, которую Ты даешь каждому человеку, который принимает Тебя в свое сердце, который принимает ту жертву, которую Ты принес на этой земле. Боже, сегодня мы отдаем Тебе наши сердца и наши души, веряемся в Твои руки святые. Ты наш пастырь. Веди нас сегодня на Твои злачные пажити к Твоим водам тихим. Утешь всякую душу и наполни наши сердца Твоим миром. Ты мое упование, и к Тебе все желание, всей душою к Тебе стремлюсь, мой Господь и мой Бог Иисус. Я Тебя призываю, Тебя прославляю, только Ты моя жизнь и мой свет, и другого такого нет, и другого такого нет.
Господь Боже, мы поднимаем свои руки к Тебе, и мы следуем за Тобой, Господь Боже, мы пришли в дом Твой, чтобы прославить Тебя, чтобы поклониться Тебе на этом месте, потому что мы Твои дети, и мы любим Тебя всем своим сердцем, всей своей душою, всей своей крепостью, всем своим разумением, Боже, мы благословляем Тебя, Господь Боже, Ты достоин всей славы, аллилуйя! Слава Господу! Воздайте Богу славу! Аллилуйя, Иисус! Мы благодарим Тебя, мы превозносим, мы поклоняемся Тебе на этом месте. Спасибо Тебе, Бог наш, Отец наш, Сын и Святой Дух. Аминь!